На нашем канале сегодня у меня iPhone 6 и нет подсветки. Это, наверное, вторая проблема на шестых айфонах после U2, вот, которая возникает на данной модели. Здесь принесли телефон мне вот в таком виде, без защитного экрана. Здесь сейчас попробую приблизить. Ребята рылись, копались, пытались что-то сделать. Вот. Схема понятная здесь. Как обычно, будем менять диод, катушку и какой-то из трех конденсаторов, который постоянно горит. Вот. Ну, реже меняю микросхему U1502, смотрю через это XV. Вот, в принципе, можно сделать все без нее. Ее оставляем, просто меняем диод, меняем катушку. Да и катушку, в принципе, можно снять нормально. И какой-то из трех кондеров. Очень частая проблема на iPhone 6. Вот. Телефон. Вот яблоко, как видите, появилось, подсветки нету. Выключаем телефон. Не знаю, выключил ли я его, не вижу ничего. Итак, снимаем системку, ставлю на нижний подогрев. И производим замену сгоревших компонентов. Фольгой не оборачиваю. Можно обойтись без этого. Ставлю радиатор для отвода тепла от процессора. В случае с iPhone 6s, к примеру, нужно оборачивать фольгу обязательно. Здесь на шестерке можно обойтись без этого. Вот они, три конденсатора на 2,2 микрофарада. Вот. Чаще всего горит средний, вот, но бывает, что горит и вот этот вот дальний от катушки. Это у нас кондер. Так, это у нас конденсатор К1505. Вот, чаще горит К1531. Вот он, вот этот вот. Вот, ну, здесь снимаем компаунд мягкий. Добавим флюс. Ну, в моем случае катушка треснутая, диэлектрик треснутый, вон я вижу, поэтому будем ее менять. 265 я выставил на фене. Очень много в свое время я их сделал, потому что это, как я уже сказал, да, это была проблема номер два на айфонах шестых. Как только она появилась, меняли, ну, я лично, я менял полный комплект, то есть вместе с драйвером
стеклянной, вот этой стеклянной микросхемкой, как она у нас называется, U1502. Вот сейчас обхожусь только заменой катушки, диода и одного из конденсаторов. Если катушка нормальная, то в принципе можно нормально ее снять и поставить обратно. Но в нашем случае она не нормальная. Убираем остатки компаунда аккуратно. Очищаем площадку. Аккуратно с микросхемой подсветки, если вы не собираетесь ее менять, то имейте в виду, что она стеклянная и может отколоться от скальпеля, поэтому поаккуратней. Очищаем. Стараюсь приблизить. Хотел показать диод. Ну, кто занимается ремонтом, тоже, наверное, 100 раз меняли, решали эту проблему. Хотел показать сгоревший диод. Меняет цвет. Где электрик сгорает, так что вон его можно раскрошить. Не знаю, видно ли. Сейчас мы его выдернем, добавим флюс. Вот он. Очищаем место, на котором он стоял. Аккуратно за ним стоит еще один маленький конденсатор, тоже который относится к подсветке. К1513, вот этот вот. Так, ну, в общем-то все, теперь выдергиваем конденсатор. Прямо поплыл припой у нас. Не знаю, это ребята так сделали или... Потому что по-любому до меня здесь грели. Вот. Если включить диодную прозвонку, ну, не всегда прозванивается почему-то, я не знаю, испорченный конденсатор. Либо визуально можно посмотреть, если где-то поплыл припой, вот, значит этот конденсатор и подгорел.
снимаем, очищаем от компаунда аккуратно со стекляшкой. Залудим пятаки. На диоде тоже, ну там нормально вроде. Убираем остатки компаунда. Так. Катушка, это я заказывал на Али. Ну, кое-что дернул с донора. Ставим сначала картушку с диодом. Вот. Далее. Проверяем системку на короткое. Если его нету, значит проблема как раз в этом среднем конденсаторе на 2,2 микрофарада. Это у меня осталось 3 штуки. Очень мелкие. Добавляем флюс. Ставим диод. Обратите внимание на разметку. Не перепутайте. Давайте добавлю-ка я немного припоя на катушку. Диод стоит.
Антошка стоит. Есть короткая на системке. Причем конденсаторы не коротят. Диодная прозвонка ничего не показывает, то есть одинаковые показания показывают конденсаторы. Ставим обогрев. Так, это у нас конденсатор 1530, он обычно не горит, просто я увидел под ним припой, возможно, что он сгорел, хотя это бывает очень редко. Щупы от блока питания, я думаю, вы догадались. Короткая пропала. Да, удивительно, но факт. Сгорел конденсатор C1530. Один случай из 20, наверное. Обычно горит средний, либо последний, ну или первый. То бишь C1530.
C1505, либо C1531. Ну, здесь у нас заказать данный конденсатор можно на Али, 2,2 микрофарада. Вот я заказывал, либо дернуть с донора. Я заказывал вот эти вот на Али, они немного меньшим размером, вот как видите, да, оригинальных. Сейчас я приближу. Сильно отличаются размером, однако емкость та же. Поменяю сразу два, потому что в кучу скинул я старые. Какой из них коротит, я так и не понял. Поэтому заменим оба. При прозвонке они не звенят. Так, но однако один из них поджирает. Отсюда и проблема. Горит диод, набухает катушка, вздувается диэлектрик и пропадает подсветка. Так, ставим оба. Стоят они копейки там. По 15-20 штук можно заказывать смело. Шестерки еще актуальные. Вот, несут и несут. Либо U2, либо подсветка. Либо 40-13. На шестеске подсветка решается немного посложнее. Меняется, точнее. Ну, если, конечно, не сгорел фьюз, там просто меняется фьюз. А если горит сам драйвер, то там, конечно, немного посложнее. По возможности сниму. На семерке тоже. На восьмерке еще не было таких проблем, не знаю, у меня не встречались. Тут я немного задел резистор. Сейчас мы его подправим. Даже не помню когда. Может, и не я задел. Может, ребята, которые снимали защитный экран.
Так, все стоит. Проверим еще раз. Системка на коробке, на всякий случай. Все нормально, короткого нету. Очищаем от флюса. Так, ставим дисплей. Надеюсь, он рабочий. Обычно подкидываю, ну, раньше подкидывал, сейчас просто, когда видишь стопроцентную проблему, то уже... Действуешь смело. Итак, подключаем батарею. Видите, подсветка появилась, вопрос решен. Поставим обязательно защитный экран. Уже с термопастой. Подгорело, жало.
надо подточить. Все, друзья, основные принципы мы разобрали.